Поликлиника номер 6 расположена по адресу Черемуховая, 32. Это здание бывшего 5-го роддома, которое было заброшено 5 лет. В прошлом году за счет федеральных средств на всех 6 этажах здания был сделан капитальный ремонт. Теперь у жителей Владивостока есть возможность обратиться за медпомощью в отремонтированную поликлинику, которая совсем недавно получила 18 единиц современного оборудования на сумму более 35 миллионов рублей. Его применяют для диагностики широкого спектра заболеваний от кардиологии до травматологии и гинекологии. В отделение лучевой диагностики поступил новый аппарат фирмы Mindray для ультразвукового исследования органов брюшной полости. Аппарат содержит датчики, которые внутриполостные для проведения интравагинального, трансректального исследования. Специалисты отмечают, что теперь лечащие врачи все чаще отправляют пациентов с онкологией именно к ним на диагностику. Очень много пациентов приходит от онкологов, обследуем онкологических пациентов. Все это в рамках ОМС у нас идет. Помимо этого, новые современные аппараты помогают оценить степень поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы получили бодиплетизмограф, который наиболее информативный метод исследования функции внешнего дыхания. Значит, он больше всего, конечно, нужен врачам-пульмонологам. С помощью этого прибора мы можем определять дыхательные объемы, которые нам не удается с помощью других методов определить. Это исследование длится от 20 до 50 минут, в зависимости от того, с пробой или без пробы оно делается. Оно абсолютно безопасно для пациента. И что здесь очень важно, не требуется волевого усилия, потому что при спирографии не всем удается хорошо выполнить. В поликлинику также было закуплено гинекологическое оборудование, которое позволяет диагностировать рак на ранних стадиях. Аппарат-кальпоскоп – это оптический прибор, позволяющий на ранних стадиях диагностировать патологию шейки матки, влагалища. Поскольку рак шейки матки стоит на 4-м месте среди онкопатологии у женщин, и как все раки на первых стадиях не выявляется, вот кальпоскоп позволяет уже на начальных стадиях, даже нулевая стадия рак, так называемый рак инситу, выявить патологию шейки матки и направить уже женщину на лечение. В клинике появился внушительный космический аппарат, как называют его между собой медики. Это флюорографический аппарат ProScan 7000, оборудованный защитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал и пациентов. В настоящее время обследуется все население Приморского края один раз в год, начиная с 15-летнего возраста. Аппарат этот, учитывая, что он цифровой аппарат, дает очень минимальную нагрузку на пациента. 0,03 миллизиверта. Это очень маленькая нагрузка при прохождении именно профилактических, либо любых диагностических обследований органов грудной клетки. И самое главное, что мы выявляем на данном оборудовании, это туберкулезы. Туберкулез на ранних стадиях. Отметим, что в рамках 5-летней федеральной программы модернизации первичного звена такое же оборудование закуплено во Владивостокские поликлиники номер 1 и номер 9. Олег Завьялов, Татьяна Бондарева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.